Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в сити-маркете. Ну и почему я снимаю сити-маркет? Посмотрите, какие скидки. Вот про что я всегда говорю. Обалденные цены. И потом, будьте любезны, 50% приходите шопиться. Да, конечно, это обман просто средь бела дня. Но, с другой стороны, не тот дурак, кто просит, а тот дурак, кто платит. Ну и вот это серия унисекс у них новая, для мужчин, для женщин, хоть для кого. Вот будьте любезны, всю семью вот в такую красоту можно одеть. Вещи отшиваются в Эстонии и в Турции. Я думаю, качество должно быть очень приличное. Вот я так смотрю, и цены вроде как бюджетные, если еще будут какие-то скидки, почему бы и нет, 29,95. И вот это веселенькое в цветочек. А вот это синенькое, это просто как на тете Олю сделано. Думаю, дай-ка мне вот такую футболочку прийти померить. Нужно будет посмотреть, если есть 2XL размер. Да, почему бы нет, конечно, такого костюмца я себе не куплю. Но синюю футболочку, как говорится, можно будет примерить. И здесь висят они вот так в рядок, написано «Ута». И здесь у нас жилетка, куртка. Вот такие джинсы, и здесь даже есть комбинезон, вот такой синенький комбинезон, брючки заправлены вот сюда, ну да, в принципе, почему нет, вот такой комбинезон, если фигура позволяет, как говорится, очень-очень-очень все миленько, нужно будет прийти померить эту синюю футболочку, если есть размерчик 2XL. И почему я записываю этот ролик? Мне был задан вопрос: Оля, были в сити-маркете, думали, сейчас как отоваримся дешево-сердито, дома пришли, посмотрели чек, а Блом Петрович, скидок не было. Ну и я всегда призываю, конечно, ничего не скупать, вот такое все, то, что вывешиваете сейчас, конечно, нужно смотреть, какие будут скидки и почему скидки здесь в сити-маркете разные. Есть скидки по плюс-карте, то есть если у вас карточка есть ко-магазина, вот эти скидки написаны вот так, ко-кортила, и написано, что можно купить. Эту карточку легко оформить. Вы заходите в интернет, теперь в магазине нету никаких вот таких, заполнить имя, фамилия, год рождения, где родился и так далее. И здесь написано plus.fi.litu. То есть вот если вы хотите такую карточку себе сделать, вот здесь, пожалуйста, тоже все эти скидки будут вам учитываться. Ну, эта карточка не стоит ровно как ничего. Пожалуйста, пользуйтесь. И всегда идет реклама, если вы хотите, там нужно нажать, и вам выйдет такая графа, халло, такой-то Риннака из корти. Ой, мой тут приколист в шляпе, господи помилуй, я про карточки, а он улыбается. Ну, опять вернемся к этой карточке. На кайскорте можно взять, то есть у вас будет на одно имя, например, ну если вы хотите, можно оформить хоть несколько карточек, но многие делают вот такую параллельную карточку, называется по-фински Ринна Кайскорте. Она будет привязана к одному адресу, к одному имени, но можете пользоваться, как говорится, все. И эти очки, баллы накопительные. Ну и Outlet я показываю не последний раз и не первый. Сейчас сюда сгребли все зимнее и продают вот так. Была скидка, еще с этих скидок 40%. То есть, конечно, очень дешево можно купить, но я даже не пошла смотреть, что там висит. И сейчас на весну минус 20%. И всегда, когда вот такая скидка, там внизу числа, то есть не то, что ты думаешь, но я сейчас вот подумаю, а на следующей неделе приду и куплю. Да, беги, спотыкайся. Блом Петрович может встретить у входа. То есть всегда смотрите, с какого по какое. И вот это средство просто советую всем и вся, особенно в Финляндии, если кроссовки, какую-то замшевую сумочку вы купили, или у вас замшевая куртка, 11,99 €, вот такая кошта, соя, то есть натуральный финский продукт,
брызгается точно так же, как лак, никакая не проблема. Брызнули, высохло, и вот будет у вас не промокать ваша обувь, кроссовки, замшевая куртка, сумка и так далее. Ну и всегда написано вот такой тарьёш, цена, которую нужно заплатить сейчас, 8,99, центов у нас нету, это будет округляться до 9 евро, скидка 40%, и написано Илман плюс Шакорте, то есть без карточки, по карточке, эта цена будет 14,99 евро. И внизу цена вот всегда указывается вот так. Ну и мой опять меня пугает. Я все снимаю, стараюсь. И тут мой вот тоже взял какую-то игрушку. Я даже не поняла, но в желтой куртке ему здорово, мне кажется. Ну и был задан вопрос. Оля, раньше были русские продукты. Вот, пожалуйста, венелане соло курко. Как эти соленые огурцы были, так они и есть. И я не знаю, народ как покупал соленые огурцы, так и он и покупает. Хоть будет написано венелане соло курко или хоть как, и все равно люди покупают. То есть вот я отвечаю опять же человеку, который спрашивал про венелане соло курко, про русские соленые огурцы. И есть скидки. Вот такие, здесь тоже написано цена с нормальной цены. Как сказала, это помните, как Рина Зеленая, выходная через выходной, вот я тут точно так же сказала, то есть всегда вот эта скидка с первоначальной цены, если уже какая-то этикетка наклеена, не скидка 40% не с этой этикетка, а с Alku Perainen Hinta, то есть с первоначальной цены. И здесь у нас тоже самое, эту плюша кортила. Вот эта скидка 50% на пентик по карточке S. То есть если вы карточку S не имеете, это будет стоить все правильно в два раза больше. Всегда нужно смотреть, это просто написано тарьёш скидка или написано вот такая эту S кортила, то есть скидка по S карточке. Ну и конечно на 1 мая уже оформляется магазин, все прекрасно мы понимаем, очень быстро будут эти праздники. Ну и мимо мумиков я никогда не прохожу мимо, и сейчас новиночки, вот такая красота, ножницы, и конечно я, перевернув вот так наизнанку, думаю, какая красота, все-таки они экспортируют их во многие страны. Здесь, пожалуйста, на всех языках мира написано про мумиков, про ножницы и так далее. Большой отдел этой посуды. Мумики в Финляндии пользуются большим спросом. Дети и Влад, и Млад обожают мумиков. Но опять же, вся эта посуда очень дорогая, и поэтому, если есть какие-то скидки, они всегда обозначаются. И есть какие-то ограничения, всегда тоже написано, с какой посуды эта скидка. Здесь, например, здесь вот так нарисовано, но с левой стороны всегда написано, если есть какие-то скидки по S-карточке. Ну и здесь у нас всегда указывается, сколько, например, эта кружка помещает или емкость. Здесь у нас 0,3. А здесь у нас 0,4. И на посуде, например, на тарелках нету вместительности, всегда диаметр. Ну и здесь у нас скидки. Я снимаю перед Рождеством аккошет, то есть вот с такими алфавитными буквами. И посмотрите, какая красота. Скидки есть. И эта скидка 18 евро стоит вот одна такая кружечка. То есть всегда есть тарьёш. И есть вот такие скидки. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Сити Маркета, из Тампере, из Финляндии. Надеюсь, что объяснила и рассказала, как получить эту карточку, чтобы были есть эти скидки. Не хворайте. Всем физкульт-привет.